Режиссер ОТВ Виктор Бабин выводит на сцену участницу конкурса «Проснись и пой». Алиса Шарафутдинова плохо видит. Алиса, вы прекрасны. Спасибо. Правда, друзья? Я пела песню на башкирском языке, она называется «Мечты жизни». Эта песня была специально для меня написана, поэтому я ее и пела. Алиса Шарафутдинова поет с 8 лет, любит исполнять песни на русском, башкирском и английском языках. Поет дома примерно до 2 часов в день. Алиса закончила музыкальную школу. Сейчас девушка работает пресс-секретарем в областном обществе слепых. В свободное время, кроме пения и чтения книг, увлекается игрой в теннис. О конкурсе «Проснись и пой» узнала случайно, включила программу «Наше утро», услышала о прослушивании и решила участвовать. Рустам Зайченко дает Алисе дополнительное задание. Хочется услышать, хотя бы, может быть, без сопровождения, кусочек какой-нибудь русской песни, которую вы обычно поете, может быть, дома, в караоке, где угодно. Можно послушать? Пять приходят и уходят поезда. Опять встают и засыпают города. Тебя не знаю я, еще не знаю я. Мы не встречались никогда. Увидеть выступление Алисы можно на сайте utro.odinobol.ru. Здесь же открыто голосование за участников кастинга. Его победитель получит подарок. В торговом комплексе «Кольцо» – «Кольцемания». Розыгрыш призов каждое воскресенье.